скоро гостей дальневосточного города Южно-Сахалинск будет приветствовать новый аэровокзал, строительство которого началось в октябре 2017 и завершится уже в конце 2019 года. К строительству такого важного социального объекта приковано внимание и журналистов, и властей, и жителей города. Сотрудники аэропорта работают в режиме полной открытости и прозрачности, поддерживая напряженный темп стройки и современный подход. На объекте используются российские инновационные IT-решения, автоматизирующие процессы. Основной упор все-таки мы делаем на усиленную автоматизацию будущих инженерных систем. Упор делаем на те технологии, которые мы применяем в период строительства. Эффект виртуального присутствия на стройке в любой момент времени дал программный комплекс «Стройконтроль» от российской компании «Мобильные решения для строительства». IT-платформа позволяет сотрудникам разного уровня иметь постоянный доступ к актуальной информации со стройплощадки. Решение абсолютно мобильное и может использоваться с телефона, планшета или на рабочем месте в офисе. Подобные комплексы были внедрены при строительстве других аэропортов в России. А мы хотели бы соответствовать не только требованиям нормативных документов, но и шагать в ногу со временем в плане реализации всех поставленных задач и облегчить работу не только своим сотрудникам, заказчикам, но и сотрудникам строительного контроля и подрядчикам. Если раньше на простом примере фиксировали замечания посредством выписывания предписания в бумажном виде, что занимало значительный период времени, то есть необходимо было зафиксировать данное нарушение, после чего добраться до компьютера, соответственно, забить ту же форму, распечатать, подписать, потом вернуться на стройплощадку, вручить этот документ и так далее. Занимало значительное количество времени. Теперь это делается непосредственно с мобильного устройства, прямо на строительной площадке, ставится соответствующий маркер, выстраиваются соответствующие связи о участниках строительного процесса, кто должен быть ответственным, кому необходимо обратить внимание на данное нарушение. И, соответственно, в цифровом виде все эти данные попадают в единое информационное поле. Для российской стройки такие рабочие инструменты и новые технологии непривычны. Иногда применение ограничивается разной степенью IT-подготовки. И если руководители в офисе легко справляются с освоением таких программ, то рабочие на стройке могут испытывать сложности. Учитывая этот факт, все рабочие интерфейсы программы «Стройконтроль» максимально просты и понятны любому пользователю. Это сыграло свою роль в период перехода на новую программу. Мы изначально, когда только приступали к проекту, вообще не знали о существовании и такого комплекса, и такой компании. Это уже наш партнер, который у нас занимается моделированием и дизайн-проектом по договору нашего объекта, уже рассказал о мобильных решениях и о строительном комплексе «Стройконтроль». По мере и настояния, и продвижения продукта, распространения его в все области нашего строительства, люди начали получать от этого результат. Конечно, сократился объем бумажной работы, но хотелось бы, конечно, чтобы система показала еще больше своих способностей. Ждем при расширении нашего субподрядного звена, то есть при увеличении количества субподрядчиков, более интенсивного использования программы, ну и, соответственно, больших результатов.